наступает прохладное время года, да, нам необходимы вот такие вот, знаешь, сезонные, непромокаемые осенние резиновые ботиночки, которые мы сегодня и предлагаем. Сейчас покупаем и к осени готовы. Итак, ботинки Иранда под номером 1. 77% экономии представляет Светлана Гарова. Боже мой, ты знаешь, я смотрю на эту цену, и просто мне уже хочется побежать приобрести эти ботинки для себя, потому что это невероятно легкие. Во-первых, да, мне очень нравится, что они просто невесомые. Дальше я хочу сказать, что это у нас практичные. Внутри нас они утеплены, да, у нас там теплая байка, а значит, осенью, когда будет дождь, вы можете смело ходить и собирать, например, грибы, да, если вы дачник, это для вас идеальный вариант. Действительно, эти ботинки выполнены у нас из материала Эва. Это говорит о том, что они невесомые, потому что огромное количество воздушных пузырьков содержится в этом материале, и мы их практически не чувствуем на своей ноге. Здесь у нас увеличенная 8-я полнота. Размерная сетка с 36 по 41. А то, как они выглядят, да, их богатая цветовая палитра меня просто потрясает. Да, слушай, яркие, позитивные. Поэтому даже когда мы будем вечером вот гулять, выходить, mm-hmm, когда будет уже, ну, и прохладно, и дождливо, да, и пасмурно, мы в яркой обуви, и мы, знаешь, такие прям позитивные по образу. Номер один, друзья, и это главное предложение только одного дня. Лимонный цвет на ваших экранах. Вообще, по идее, я должна была надеть под свое лимонное платье лимонные ботиночки. Да, во всех нарядах, душенька, ты хороша, ты можешь одеть и фиолетовый. В моих руках синий цвет, посмотрите, яркий, красивый, сочный, действительно. И что еще хорошо, что этот материал не выгорает. То есть вот вы их приобретаете, и они будут у вас всегда такие же. Красный цвет, посмотрите, есть еще и красный оттенок. Выбирайте, выбирайте и заказывайте те цвета, которые вам нравится больше всего. Угу. Еще и сиреневый цвет. Сиреневый, который для себя выбираю я. 4 цвета на выбор. Скидка 77%. Обувь, которая нам жизненно необходима, когда мы, например, гуляем по лесу. 399 рублей. Цена действующая только сегодня. Успейте сделать свой выгодный заказ. Ну а с размером мы сейчас с вами определимся. Ты знаешь, я с удовольствием подскажу, что, конечно, мы будем здесь выбирать размер в размер, но лучше, если вы будете приобретать их на размер, даже можно на 2 больше. Почему? Потому что, во-первых, это такая обувь, которую вы должны просто буквально влететь, буквально впорхнуть, да, и вы должны очень комфортно в ней себя чувствовать. И, кстати, если вы возьмете на 1-2 размера больше, прекрасно, что можно еще пододеть специально теплый носок и чувствовать себя еще теплее, и так вам будет еще лучше. Точно, вот ножки у меня там сейчас прогреты по полной программе, да? Мне это нравится. Это номер один, друзья, 399 рублей за любой размер и за любой цвет. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Так, смотри, вот когда мы ходим по лесу гулять, так, особенно когда за грибами идем, угу, вот такую обувь я всегда надеваю. Угу. Ну, во-первых, ноги не промокают, а в лесу всегда, знаешь, что вот там вот может не только быть прохладно, да, всякие жучки, паучки ползают, поэтому нужно защищаться по полной программе. Правильно. А у нас там недалеко от наших дач есть болото, именно угу, там самое грибное место. Угу. И вот когда туда приходишь, вот без таких ботинок непромокаемых не справиться. Да ты знаешь, вообще действительно этот вариант идеальный для дачников и для тех, кто любит тихую охоту, так сказать, да, собирать грибы, например. Вот посмотрите, действительно, они абсолютно легкие, мягкие, и мне нравится, что внутри они еще утеплены. Посмотрите, внутри вас будет встречать чулок из байки. Это прекрасный вариант. Кстати, мы обратим внимание на высоту этих ботинок, да, что они еще закрывают щиколотку. То есть даже если вы будете ходить по грязи, например, в дождь, лужи, ваша нога защищена и утеплена одновременно. Угу. Это действительно идеальный варианты для осеннего времени, да, и летом они могут пригодиться, например, уже когда в августе начнутся прохладные вечера. Точно, ну ты знаешь, вот сейчас мои дети на даче, и моя мама, когда были сильные дожди, то есть жарко, а потом резко гроза, дождь, так, и целый день дождь, нужно вечером-то все равно выходить, конечно, поливать те же грядки. Да. Но чтобы ножки не пачкались, именно такая обувь мою маму, например, спасает. Угу. Вспомните, когда вы на дачу приезжаете, там должна быть разная обувь, и шлепки резиновые, и вот такие вот ботинки закрытые, непромокаемые. Помните, когда мы поливаем огороды, соответственно, ноги тоже могут испачкаться от земли, а когда в таких ботиночках мы будем, ножки пачкаться не будут. Слушай, они нереально еще и легкие, да, по, да, ощущениям. Скажи, сколько они приблизительно весят? А? Специально включила весы, поставила для того, чтобы нам показать, чтобы наши телезрительницы убедились, что это действительно абсолютно невесомый вариант. Посмотрите, 100...
33 грамма весит полупара этих ботинок. Причем, обратите внимание, это утепленные ботинки. Внутри вас встречает утеплитель из байки. Представляете, насколько они невесомые. Мы действительно их абсолютно не ощущаем на своих ногах. Это прекрасный вариант для тех людей, которые любят легкость, которые любят комфорт, которые любят активные прогулки, вот весенние как раз, да, либо в лесу гулять, ходить за грибами. Это просто чудесно. Да, 399 рублей, друзья, сегодня стоят ботинки. 399 рублей. Скажите, резиновые сапоги, которые когда-либо встречались вам на пути в магазине, сколько они стоили? Более 1000 рублей хорошего качества, а если утепленные, то еще дороже. У нас сегодня, смотрите, не просто ботиночки, непромокаемые, резиновые, для дачи идеальные, для слякоти, для дождливого времени, даже в городе пригодятся, смотрите, какие они симпатичные. Они еще и утепленные, чтобы ваши ножки были не только сухими, но и тепленькими. Соответственно, мы с вами болеть не будем в дождливый период. Помните, как только дожди, сразу сопельки, как-то себя плохо чувствуем, а когда надеваем правильную обувь, которая нас защищает, соответственно, мы с вами и не болеем. Здоровье превыше всего. Вот оно, за 399 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Слушай, скажи, пожалуйста, с чем мы можем вообще сочетать такую яркую обувь? Ну, если это у нас дачный вариант, кстати, я хочу тебе озвучить, что такая модель ботинок называется duck boots. В переводе duck? Утиные ботинки. Да, почему? Интересно. Потому что у нас защищена, да, наша стопа, и она утеплена. То есть мы смело можем гулять по лужам, но будем чувствовать себя тепло. Что касаемо стиля. Действительно, вы можете сочетать их с дачной одеждой очень легко, потому что, ну, тут, в принципе, особо модничать даже, я бы сказала, не надо, да, то есть это обувь для абсолютного комфорта. И, кстати, я еще хотела сказать тебе отличие, вот напомнила про резиновые сапоги. Я хочу сказать отличие. Если вы покупаете резиновые сапоги, они будут тяжелые. Здесь у нас специальный материал Эва, который, как я уже говорила, содержит в себе огромное количество воздушных пузырьков, за счет чего они вот такие легкие, я бы даже сказала, невесомые, всего 133 грамма. А вообще мне не очень нравятся варианты зимних сапог, так. Потому что всегда гармошкой сверху собираются брюки, я никогда их не могу вовнутрь забрать, потому что полненькие. Да, а здесь у нас ботинки для всех, для полненьких, для худеньких подойдут. Желтый, яркий, позитивный, легчайший и очень теплый, лимонный при заказе, еще и синий цвет, размеры от 36 до 41, яркий, страстный, красный. Слушайте, когда дождливый период, можно и на работу надеть, потом переобуться. Почему нет? Зато не промокнуть. И сиреневый цвет, который для себя выбираю я. 399 рублей. Возьмите для всей вашей семьи сразу несколько пар. Обязательно, чтобы все были защищены.